Уважаемые коллеги, Губакович Алексей Михайлович, уважаемый Президиум, Владимир Федорович, Владимир Михайлович, спасибо за предложение выступить на этом интересном мероприятии. Ну, сосредоточиться на лимфомах – это моя основная специальность, поэтому несколько слов о том, что сейчас происходит в этой области и какие инновационные технологии есть. Ну, уже сами определимся, эволюция это или нет. Ну, я для себя выделил несколько краеугольных моментов, которые в последние, можно сказать, 20 лет появились в лечении злокачественных лимфом. Ну, в первую очередь, это появление современных моноклональных антител. Все они вам известны хорошо. Это анти-CD20 моноклональные антитела и этуксимаб, которые с успехом применяются уже больше 20 лет при терапии Б-клеточных CD20-позитивных лимфом. Последние несколько лет на рынке появился анти-CD30 брентуксимаб-авидотин. Он не стопроцентно, но значимо улучшил результаты лечения больных, первично не получивших адекватного ответа на терапию лимфомы Ходжкина. И своего рода тем пациентам, которым раньше можно было предложить только симптоматическую паллиативную химиотерапию, брентуксимаб стал неким мостом к более интенсивным методам, в частности, к проведению аллогенных трансплантаций костного мозга. Последние годы это, безусловно, ингибиторы контрольных точек, они ниволумаб, пембролизумаб. Достаточно много показаний, и злокачественные лимфомы являются одними из них. Так, ниволумаб показал свою эффективность в лечении резистентных первичных медиастинальных лимфом. Пембролизумаб – это терапия выбора на различных этапах лечения лимфомы Ходжкина, но в основном, конечно, это неблагополучные пациенты. Что касается трансплантации костного мозга, безусловно, это терапия выбора. На сегодняшний момент определены достаточно четко показания для всех типов трансплантации костного мозга. Активно применяются, используются стволовые клетки из различных источников, много новых иммуносупрессивных подходов. Последние годы это гаплоидентичная трансплантация частично совместимых родственных доноров, возможности контроля острой реакции трансплантата против хозяина и профилактики его хронического течения, как бы внесли существенный вклад в то, что на сегодняшний день подобных операций становится все больше и больше. Ну и, безусловно, прорыв последних лет. Это CAR-Т-клеточные технологии, в общем, это адаптивная терапия цитотоксическими модифицированными Т-лимфоцитами, которая на сегодняшний момент как бы из стадии огромного количества клинических исследований все-таки вышла в клиническое применение, и FDA в последние несколько лет, ну, в 2017 году, скажем так, одобрила два новых препарата деперсонализированной терапии. Ну, несколько слов, как это все было. В 90-м году была присуждена Нобелевская премия по трансплантации костного мозга, получили два американских специалиста, это Доналд Томас и Джозеф Мюррей. Первый получил Нобелевскую премию за работу в области трансплантации костного мозга, Джозеф Мюррей за работу в области трансплантации почки. Ну и в декабре была прочитана Доналдом Томасом известная лекция в Каролинском университете, уже как Нобелевским лауреатом, посвященная, собственно, его истории работы в этой области. История достаточно долгая, она, конечно, имеет взлеты и падения. Началась она, ну, как Евгений Наумович рассказывал, те или иные боевые действия всегда являются индуктором каких-то новых научных разработок и научных исследований. Но в данном случае применение атомного оружия стало как бы посылом к тому, что костный мозг чувствителен к радиотерапии, и, возможно, какие-то манипуляции в этой области можно проводить. В 1957 году была первая опубликована работа Доналдом Томасом, собственно, о первом опыте внутривенной инфузии костно-мозговой взвеси пациентам с различными заболеваниями. Ну, вы видите, это 6 пациентов, ну, достаточно странные диагнозы на сегодняшний день. Это и хронический миелолейкоз, и острое нарушение мозгового кровообращения, пациент в терминальной стадии в коме, и какие-то метастатические опухоли без первичного очага, и новообразование яичника, и хронический лимфолейкоз. Но основная цель была показать безопасность этого метода. Использовался совершенно разные источники гемопоэтических стволовых клеток. Это и костный мозг плода, это то, как бы 26 недель умерший плод. Костный мозг забирался в течение нескольких часов после гибели. Это был костный мозг здоровых добровольцев и трупный костный мозг. Это может казаться неожиданно сейчас, но вот первые работы были именно такими. И основной вывод, который они, собственно, несли, это безопасность инфузии. На секции ни одного больного не было обнаружено эмболических осложнений, которые, собственно, все боялись. Дальше, безусловно, все это развивалось. В 70-е годы был некий спад, поскольку была опубликована работа об анализе 200 случаев аллогенной трансплантации костного мозга, и только 3 пациента остались живы. Поэтому на тот момент было мнение, что это все-таки как бы дискредитация способа лечения, активность трансплантационная погасла. Но появилась система HLA,
новый всплеск, и что мы имеем сейчас, вы видите, это данные Европейского общества трансплантации костного мозга за последние 26 лет. Наш институт входит в это общество и подает туда свои данные. Ну, вы видите, такими достаточно большими темпами количество выполняемых процедур растет, в том числе как бы и аллогенных, аутологичных. Но вот у аутологичных трансплантаций был некий спад. Это обусловлено тем, что в конце 90-х годов... В Южноафриканской республике в одной из клиник там появились данные о том, что трансплантация костного мозга эффективна при раке молочной железы. Но ни у кого в других исследовательских группах таких данных не было. И вот инспекция FDA выявила, что эти данные, в общем, не соответствуют действительности. Поэтому после такого подъема появилось некое плато. Что касается донорских трансплантаций костного мозга, да, мы видим, что, безусловно, растет количество неростных трансплантаций. Это связано с тем, что за границей все-таки существуют эффективные донорские регистры. Их, к сожалению, на сегодняшний момент нет в нашей стране, но поэтому и поэтому тоже есть определенный тренд в гаплоидентичных трансплантациях. Это частично совместимые доноры, папы, мамы, братья и сестры. Совместимость должна быть как минимум 50% и более. Это просто потому, что донор, большая часть наших пациентов – это все-таки молодые люди, донор всегда под рукой. И при необходимости с трансплантатом можно делать будет какие-то иные манипуляции. Основные показания. Да, при аллогенной трансплантации – это все-таки острые лейкозы. При аутологичной трансплантации – это множественные миелома, не ходжкинская лимфомы различные и лимфомы Ходжкина. Ну, остальные, вы видите, там все меньше, меньше и меньше определяются показания. Ну, трансплантационная активность, безусловно, в Европе кратно превышает российскую, и что и касается аутологичных трансплантаций, и то, что касается аллогенных. Вы видите черным цветом максимально благополучные страны. Сейчас считается, что должен быть один трансплантационный центр на 1 миллион человек населения. Только в этом случае можно покрыть всю потребность, собственно, в этих процедурах. Ну, Россия из белого становится таким салатно-зеленым. Ну, в первую очередь, наверное, благодаря Санкт-Петербургу и Москве, в большей степени Санкт-Петербургу, в первую очередь, это клиника Первого медицинского института, возглавляемая профессором Афанасьевым. Это самый большой трансплантационный центр в Европе. Ну, и там все остальные клиники, включая наш институт. Но трансплантация все равно, это хоть и эволюционная технология, все равно она достигает какого-то плато, и все равно мы имеем пациентов, которым не помогает даже эта терапия, а некоторым ее даже невозможно выполнить там, в силу тех или иных клинических проблем. Поэтому последний порыв – это CAR-Т-клеточная терапия. Журнал Science признал в 2013 году это прорывом года. Ну, это истинная как бы персонализированная терапия. Она основана на том, что создается пул цитотоксических Т-лимфоцитов, куда путем генной инженерии вводится трансген, который, собственно, отвечает за экспрессию вот этих вот химерных рецепторов на поверхности клеток. Ну, вот такие как бы объемные картинки, как все это выглядит. Какие преимущества на сегодняшний момент? Это высокая специфичность, мощная цитотоксичность, экспансия, собственно, карты рецепторов уже внутри реципиента. Это длительная циркуляция. На сегодняшний момент, правда, нет окончательного суждения, насколько циркуляция карты клеток влияет на эффективность однозначно терапии. Но в целом исследования все-таки показывают, что чем больше карты, чем дольше они циркулируют в крови пациента, есть данные, что там есть пациенты, у кого и там и по 6 месяцев определяется циркуляция карты клеток, то значит как бы противоопухолевый эффект намного выше. Ну и безусловно это клинические данные, что уже после одного введения можно получить длительную стойкую эмиссию. Ну, история достаточно долгая, все равно это больше 20 лет. Вначале были попытки, собственно, там, так называемые карты рецепторы первого поколения, это внеклеточный фрагмент, который отвечает за поиск, как бы детекцию антигена. И он был совмещен с CD3-доменом внутри клетки. На первые исследования проводились там, в том числе на пациентов с раком предстательной железы, там, простатспецифический мембранный антиген, но... Исследования как бы кончились такой относительной неудачей. Цитотоксический эффект был недолгий. Клетки проходили всего 2-3 деления и достаточно быстро погибали. Поэтому рассчитывать на долгие стойкие ответ не приходилось. Но это культуральные были исследования. Но в 90-е годы удалось как бы понять механизм активации и пролиферации Т-клеток, стало понятно, что необходим пролиферирующий кодомен, который, собственно, отвечает за активацию и пролиферацию клеток. Вот, собственно... Вот это вся такая долгая история. Все это и было сделано, чтобы было
создан, да, там, конструкт, который встраивался, трансген, в клетку, который отвечал за экспрессию Т-клеточного рецептора, вот этого химерного, который состоял из внеклеточной части, которая отвечала за детекцию антигена, и внутриклеточных сигнальных доменов, которые отвечали за активацию и пролиферацию. Клетки с одним вот этим вот стимулирующим доменом называются уже карты клетки второго поколения, есть и с двумя доменами, но они находятся в клиническом исследовании на сегодняшний день, потому что в целом пока не показала многодоменная структура преимущества. Ну, в общем, от науки к клинике. 2017 год. Novartis и Gilead практически одновременно зарегистрировали два клеточных продукта – Кимрая и Искарта. Ну, чтобы понять, в каких условиях все это делается, какого уровня должны быть лаборатории и структурные подразделения, вот лаборатория Kite Pharma, где, собственно, происходит изготовление этих продуктов. Вот так выглядит химерный рецептор. Это распознающий домен, который находится вне клетки. Это сигнал трансдуцирующий домены, который, собственно, участвует в активации и пролиферации. Ну, вот видите, да, разная структура была. Сначала были там первого поколения, где есть только внеклеточная часть, и CD3 или Т-клеточный рецептор мотивный. Эти клетки плохо пролиферировали, быстро погибали, они оказывали длительного цитотоксического действия. В дальнейшем стали появляться разные костимулирующие домены, CD28 и CD138, 4-1BB, которые, собственно, на сегодняшний момент и сыграли вот эту роль в активной пролиферации и противоопухолевой активности. Существует два способа, ну, как бы несколько способов внедрения трансгена в клетку. Это при помощи вирусов, это или лентивирусы, или гамма-ретровирусы. Они примерно одинаковы, там есть нюансы в стоимости, в удобстве, но вот продукты, полученные как раз уже для клинического использования, в одном используется гамма-ретровирус, в втором лентовирусная технология. Существует более дешевая система при помощи транспозонов, но она находится в клинических исследованиях, потому что эффективность ее окончательно непонятна. Ну, и есть возможности совсем короткого внедрения методом электропорации. Все дело в том, что просто в данном случае трансген встраивается нестойко. Это там, через несколько недель экспрессия может исчезнуть, но в данном случае, хоть это не показало, как бы сейчас, как это будет, но это один из способов контроля за осложнениями, потому что программируемая цитотоксичность будет по времени. Будет понятно, сколько будет встроен и через какое время прекратится действие, потому что все равно побочных эффектов достаточно много. Ну вот выглядит это все достаточно, с одной стороны, просто, но необходимость там, в персонале, в оборудовании, в специальных помещениях, она, конечно, определяет стоимость всего этого проекта. Поэтому это аферест Т-лимфоцитов. Чаще всего его лучше делать до начала химиотерапии, чтобы получить более качественный, более клеточный продукт. Селекция, активация, далее трансдукция, там, любым из имеющихся способов. Ну и в конечном счете экспансия, формуляция, заморозка и доставка до пациента. Но это в среднем занимает там, до 28 дней. Это тоже как бы одна из проблем, что требуется определенное время для того, чтобы этот продукт, собственно, получить. Если, ну, чтобы понять, насколько все это сейчас интересно, активно и изучается, если вы наберете в ClinicalTrials.gov карту, вот вы увидите, сколько клинических исследований происходит. 101 там, в Северной Америке и 123 в Китае. Ну, здесь еще объясняется тем, не только что население больше, а вопрос о регуляторике. Там все более лояльно. Поэтому, может быть, наша страна в том числе и отстает, поскольку у нас есть 180-й закон о клеточных продуктах, который требует для подобных клеточных продуктов того же объема исследования, что, собственно, и для любого там, противоопухолевого, ну, вообще любого препарата. Поэтому, собственно, в этом пауза определенная. Требования какие, да, выбор мишени. Ну, выбранная мишень была CD19 в первую очередь. Почему? Потому что она экспрессируется на всех уровнях созревания Б-лимфоцита, кроме стволовой клетки и кроме там, конечной стадии дифференцировки плазматической клетки. Начали с острых лимфобластных лейкозов, показали потрясающую эффективность. Вы видите, да, небольшие группы пациентов, количество полных ответов достигает в некоторых случаях 100%, но мы должны понимать, что это пациенты, которым осталось жить там 2-3 месяца на самом деле. То есть это абсолютно резистентные случаи течения заболевания, это в принципе безальтернативная терапия.
по результатам получилось два препарата Кимра и Скарт. Они немножко отличаются, они отличаются способом внедрения трансгена, и у них несколько разные показания. Кимра, он зарегистрирован на сегодняшний момент для лечения резистентного острого лимфобластного лейкоза у детей и подростков. А Эскарта, этот препарат зарегистрирован в лечении резистентной диффузной Б-клеточной крупноклеточной лимфомы. Ну, как раз вот к слову о том, что была эволюция с моноклональными антителами, что все равно даже при наличии ритуксимаба, аутологичной трансплантации, да, там, аллогенной трансплантации, мы все равно не можем помочь часто больше 50% пациентам, потому что или рецидивируют, или пожилые пациенты, не способные перенести интенсивную терапию. Навартис провел 3 клинических исследования. Ну, видите, да, частота общих ответов, она действительно потрясающая, от 69 до 95%, при этом существует и плато длительности эмиссии, да, вот есть в 21-налитное исследование, что ожидаемое, там, 60%, да, 3-летняя общая выживаемость, это феноменальный результат у тех больных, которые должны погибнуть через 2 месяца в отсутствии данной терапии. Ну, дизайн исследования, он был точно такой же, как и выглядит, собственно, производство этих клеток, да, информированное согласие, возможность участвовать, все необходимые процедуры, инфузия и дальше ожидаемая продолжительность наблюдения 5 лет и по возможности безопасности выживаемость до 15 лет. Выглядит все просто, АФРС, сепарация, убирают лишние клетки, трансфекция любым из методов, да, ретровирусом, транспозоном, МРНК или антивирус. МРНК – это электропорация, экспансия, контроль качества, введение. Осложнения, да, осложнений много, не сказать, что они все фатальны. Первое, на что обращают внимание, это цитокиновый шторм. Безусловно, это связано с тем, что происходит цитотоксический эффект, активируется там собственная иммунная система, но с ним достаточно легко уже сейчас научились бороться, поэтому нельзя сказать, что он составляет какую-то серьезную проблему при применении этих препаратов. Удивительно, появилось достаточно большое количество неврологических осложнений, они не стали фатальны. Генез их, собственно, неизвестен, наверное, все-таки в основу тоже является явление вот этого цитокинового синдрома. Что касается... Игорь Михайлович, уже время, да, но сейчас... Ну, то есть это достаточно благополучно. Эскарта то же самое. Диффузная крупноклеточная лимфома, первично-медиастинальная, резистентные больные, больше 80% полных ответов. Дизайн исследования примерно такой же. Проводится все равно всем деплетирующая терапия, потому что исследования Дэвида Скедена и Майкла Седелайна показали, что лимфодеплеция способствует более лучшим результатам и применению CAR-клеточной терапии. Вот, результаты тоже фантастические, учитывая то, что это безальтернативная терапия у данных пациентов. Продолжительность жизни в зависимости от ответа тоже мы видим, очевидно, хороша. Вот эффективность по CLL вы видите, PET-картина до применения CAR через 33 дня после полного ответа у пациента PET-негативный. Какие можно сделать выводы? Это, безусловно, эффективно и в лечении резистентных лейкозов у детей и резистентных лимфом у взрослых, относительно безопасно, кратно эффективнее существующих методов альтернативной терапии, даже там моноклональных антител, там анти-CD19 блинцита по лечению ОЛЛ, и безусловно ожидаемые долгосрочные преимущества общей выживаемости. Используется при других злокачественных новообразованиях система кроветворения, и есть попытки использовать при солидных новообразованиях, но тут есть там определенные сложности с тем, что солидные опухоли часто имеют иммуносупрессивное окружение, собственно, цитотоксические клетки не попадают вглубь опухоли, и очень сложно выбрать, ограниченное количество мишеней для кара. Но исследования идут, есть определенные результаты, и будем надеяться, что со временем это тоже сделает какой-то шаг вперед в области достижения более благополучных результатов. Спасибо за внимание.